Всем привет, с вами Хоттабыч, и, возможно, под конец этого влога я все-таки побреюсь. Но это не точно. С такими усами меня уже в метро бесплатно пускают, а с такой бородой, видимо, скоро выгонять уже начнут. Че, поехали, что ли? И в этом ролике вы увидите... Обращение к Уин Дизелю. Мое обращение к Уин Дизелю, суще. Драг Рейсинг. Я понял, мы сейчас вырвемся в лидеры. Бешеная ватрушка. А нет, это просто мотор отвалился. Интервью с хейтерами. Ты скатился, ко-ко-ко-ко. Фрост проиграл последние труханы. Романтическое путешествие на яхте. Пора копать картошку. Прям как на стриме у меня. Это все он, нет, ни при чем. Он диджей сзади сидит. А у е диджей. Мы выезжаем на Волгу. По кем уже катались? Это даже было в одном влоге. Теперь мы выезжаем на Волгу. Вон даже чкаловская лестница здесь. Мы выгружаемся, у нас в сопровождении есть лодка, вон тут, гоняют шашлыки на ней всякие. В общем, сейчас поедем на острова отдыхать, шашлычить и, может быть, даже херачить на ватрушке, но это не точно. Сейчас мы нагрузим ваше ведро. Потому что она все-таки мощная, не то, что это посудина. Все, это несешь, ты что, дурак, что ли? Держите, вот братиш. Вот уже на гидроцикл надо класть. Держите, братиш. Выкидывай все, пока на глистер будем выходить. Так, мы поплыли. Давай. Пошли, это ты поплывешь. Это ты поплывешь. Мы тут грузовик целый. Да вы как баржа. Блин, водичка-то холодненькая, блин. Еще очень теплая. А у рыбаки обоссутся со смеху с вас. У вас жопа уже тонет. Они слюной обоссутся от зависти. Да, такой мотором только снится. Вот кошмар. Пока, ребят, на встречу в Казани, короче. Через 80 часов там примерно даже дольше. Слушайте, ребятки, а? Смотрите, не можем обойти, а? Смотри, Каспол херачим. Не можем обойти! Вот это баржа! Вот это мощь! Вот это душа! Добро пожаловать на наших... Сегодня мы здесь одни, можно сказать, на наших местных Мальдивах. Правда, здесь воняет тухлыми ракушками, но в принципе это ничего. В принципе, эконом Мальдивы. Опа, у нас тут тайничок. Выкопали здесь яму, чтобы там было прохладненько, потому что холодильника у нас нет с собой. Анастасия нам тут копает погреб для огурцов. Будем сейчас здесь огурцы. Выращивать будем огурцы, садить и сюда привозить. Никому не рассказывайте, что мы здесь огурцы храним. Мы на ватрушке! Плюс 10
тягает лодку. Я надеюсь, мы не порвем им лодку. Погнали, паскуду бесправную! Да. Это ГИМС! Предъявите ваши документы, блять! Документы! Документики быстро мне! Сейчас все откопаем, там золото. Золото клад. Где-то. Оно уже близко, я чувствую. Это ракушка. О! Золото! Ракушка уже нас есть, смотрите, мы близко. Пищу, смотрите, мячик. Древних людей. Первые люди тут еще свои костры жгли. Археологические раскопки. Чтобы давай-ка там скопаем. А ты... Значит, всем привет, с вами Фрост. И сегодня меня закопали. И знаете кто? В общем, гимцы, короче, нас все-таки нашли, догнали и закопали. Чтобы мы больше такой херни здесь не творили. Ариза-то! Я тебе с масленником в гробу. Давай! Бля, жопа застряла. Халк копать. А мы с вами уже оказались в Москва-Сити. А все потому, что меня пригласили на турнир по покеру. На PvP-турнир по покеру. И мы уже готовы. Готовы надрать задницу моему оппоненту до красна. И мы уже идем. Я знаю, как играть в покер. Нужно скрывать свои эмоции. Сейчас шоп куда-то будет красный. Надеюсь, не у меня. Как оказалось, у меня будет не PvP, а число противников возросло до 4, может быть, даже 5 игроков, но придется всех обдирать по-быстрому, как говорится. И сейчас меня по-быстрому обучат. Анатолий Филатов расскажет, как правильно всех ободрать. Элементарно все делается. Сейчас Фростика быстренько проинструктируем, пока там братья будут расслабляться. Они еще не пришли, да? Он их уделает. Ну, естественно, второе место ему гарантировано. Второе, да. А за что будете? За путевку. Куда? В Сочи, естественно. В Сочи будет самый крупный турнир за всю историю российского покера. Сейчас открыли казино, отлично. И вот Пати Покер организует этот турнир с 4 по 14 сентября. 5 миллионов гарантий в главном событии, 1 миллион за первое место. Стоимость участия $5000. Повысить еще? Ну ты уравниваешь, например. Я то, что я включу. Смотри, как раз очки для каждого раунда. Для флопа, для темы, для рейвера. Чтобы скрывать свои эмоции. Твой ассортимент вообще. Это я сегодня лепс, это я не знаю. Это когда хипстер, да? У тебя будут карты в очках отражаться, ты продуешь. Да пошел. Все. Их вообще не видно. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sipping lean, big paper holding. Like a boss. You know we got it locked now. Like a boss. Lately cool with the top jam. Like a boss. We got them chopping, 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 chopping. Like a boss. We got them chopping, 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 chopping. А, еще Роман, да, еще Роман. Валет, 10. 10. И? На. Туз 8. О, хорошая. 8-10. Да, валет, две пары, нормально, живем. Валет 10, две пары. Туз или восьмерочка? Валет. Еще валет, да! Сет и пара. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sipping lean, big paper holding. Блин, алло, что серьезно? Опа! Ну-ка, Юр, последний у тебя. Давай, все. Пошли.
Последние трусы сейчас лежат. Последние трусы. Поздравляем просто. О, Юлия! Без штанов оставил, ты чё? Гости пришли, уже без штанов оставил. Как вы себя чувствуете? Я офигенно себя чувствую. Я уже думал, сейчас трусы продавать поеду, а нет? Нет. Нет, надо покупать трусы. Покупать, да, новые. От страха, потому что эти пропотел, да? Да, эти уже от страха, все, от напряжения. Скоро поставишь на стол канал, да. Ну, в общем, как бы с нами играет профессионал. Одновременно с нами и одновременно еще в онлайне, да, на пати-покер. В общем, второе место, либо третье место хотя бы там. Рваные труханы можно выиграть, но это не точно. Понимаешь, человек настолько занят, что пришел вас порвать и еще зарабатывает деньги вон, в интернете. Одновременно, не теряет время. Like a boss. Не глядя ва-банк, короче, камера садится. Я карту даже не видел. Звони. Опа! Кстати, нормально, у тебя вещи пересекаются. Король 9 тоже неплохо. Убовый король 9. Отлично! Подожди, давай ставим эту. Давай. 3 7. Никому ничего. 8. Твою мать. А, кстати, шестерочка. Нет, ну что, вторая любая карта. Тёма! Кому? Пока что Тёма. Совпадение и все. Да, сейчас любое совпадение и уехать. Блять. Попал, прикинь. Победил уже. Да. Просто можешь что проверим? Можешь не показывать. Король. Забрал! Лома. Гоу. Я все. Олэм! Олэм! Слово короля, валет, да, валет, понял? Валет. Тройка! Значит, логично, понятно, значит, что у нас профессионал пати-покер. Анатолий. Это Толя, Филатов, покажи Толю петь. Он, конечно же, обыграл. Засранец. Спасибо за игру. Среди любителей, значит, у нас победитель Роман Демченко. Я еду в Сочи. Дай пять тысяч. Дай. Едет на главное событие, будет участвовать в Сочи, которое пойдет с 4 по 14 сентября. Пати Покер является спонсором, организатором. Да. Значит, пройдет все в казино Сочи. Значит, турнир называется Millions Russia. 5 миллионов гарантия главного события, миллион минимум первого места. Ну что, поздравьте меня с почетным, ну или почти почетным третьим местом. И я теперь счастливый обладатель рваных труханов, своих же, правда, рваных труханов. Я первый раз играл за таким большим столом, до этого играл один раз дома. Я считаю, это хороший результат. Это детский сад дома, забудь, ты не играл никогда, первый раз играл. Сейчас я в себя поверил, сейчас пойду в онлайн, там, пати-покер, разнесу всех, и потом в Сочи всех разнесу. И вы разносите всех, ссылочки в описании, всех разнесем. Ухтор! 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 Здорово! Мы приехали, короче, в деревню. Знаете зачем? Картошку копать. Помните, мы с вами сажали картошку? Так вот, теперь настало время забрать ее обратно у матушки земли. А еще здесь есть укроп. Курицы, да, пойдем к курицам. Там курицы, у них там протеины, и они бодибилдеры все. Где куриные грудки? Куриные грудки, здравствуйте. Здравствуйте. Как же, ой, так не клевать меня, бред. Вы знаете, вы знакомы с Александром Невским? Если гидроцикл перевернется, будет гидроцикл. Ты скатился, раньше было лучше, где Майнкрафт? Где-то главное курица-то. Все, пора это вызволять картошку из земли. Дело говоришь, Мухтар. Давай.
Нас тут на деревне картошку копаем. Хорошая. Воскресенье у нас тут полезное. Кроссфитом занимаемся. Я, наверное, на чукчу какого-то похож. Но это не важно. Осталось еще два залпа. И вся картошка будет у нас. Еще в огороде есть. Не, в огороде уже залупили все. Сказали, что еще есть. Нет? Сказали, что там есть. А, мы после этого меняем площадку, идем в огород, там еще немножечко. Там была разминочная, но мы решили разминку оставить на потом. Сразу бахнули основное поле. Фух. Раньше поля были намного больше и копали не один день. Но сейчас забили как на это дело. Это участочка хватает, чтобы всю зиму нормальную картошечку жарить. И лето. И, короче, там, я не знаю, сколько там в погребе этой картохи. Но сажаем ее каждый год и копаем тоже. С кроссфитом закончили. Я не знаю, сколько тут килограммов, но тут здесь их дофига. Теперь нужен срочный подход на озеро. Потому что все потные, как собаки. Солнце напоследок августа жарит просто не на шутку. Это круто. Это мое обращение к Вин Дизелю. Слушай, а? Самбо, видишь, что творим, а? С пацанами выгружаемся как, а? Ты на своем бы этом масл-каре тут не проехал. Ёлка, первый раз такую дичь проворачиваю. Короче, мы... Короче, мы на море. На нашем местном море. Вон там по колено немного он мужик купается. Короче, да. Здесь спуск, короче, так себе, потому что весь берег херам застроен всяким говном, всякими дачами, всякими санаториями и прочей ебалой. Вон тут дача чья-то, вон вообще. Короче, мы где-то нашли место какое-то дикое просто. Сейчас будем на руках, видимо, спускать обратно. Благо, весит он не слишком много. Шашлычок. Еще один шашлычок. Еще один шашлычок. Они сыты. Сейчас слышу. Пока шашлычок готовится, мы поедем, прохватим немножечко. Эти. Сначала жопой по этому откосу прохватим, а потом уже на гидроцикле прохватим. Если не убьемся об это бревно. Тип на море, короче. Лакшери, бюджет, эконом, ультра плюс, отдых. Цена путешествия 0 рублей. Не считая бензина. Который, кстати говоря, моя машина ест ровно 0 литров. Мы пришли. Нет, не пришли. Нечего. Поехали мы такие кататься на яхте, и вот. У-ху! Зачем вам яхта? Вот яхта. Вот, 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 смотри, шторм пошел. Морской бриз, бриз морской. В общем, у нас типа праздник, у нас 3 года, как мы знакомы. И Аня сделала мне сюрприз, в общем, мы едем кататься на яхте. Ну, в общем, как бы, погода такая. А че вы паритесь на яхте? Давайте вы на машине прокатитесь. Вот бежим. У меня кроссовки в дырочку. Все, как дед кроссовком. Ой, ребят, мы вам тут не помешаем на пляже, а то вы загораете здесь. Мы вам не помешаем. Нет? Точно? Ну ладно. Ну все, дождь закончился, можем идти домой.
так в сторону смотришь. Ну что, ребят, мы с вами уже отчаливаем, упаковываем свои манатки в свою грузовую баржу и отчаливаем. Будем надеяться, что гимсы на этот раз нас не догонят, не найдут и опять не закопают нас. А в описании вы найдете ссылочки на другие влоги, на другие наши трэш-угарные ролики и также ссылочки на прикольные игрушки. Я знаю, что некоторые любят смотреть у меня только влоги. Вы, конечно, молодцы, но я очень рекомендую вам посмотреть и игры. Там тоже бывает прикольно, забавно, интересно и все такое. А также подписывайтесь на мой инстаграм. Если вы любите мои влоги, вы обязаны быть подписаны на мой инстаграм, потому что там спойлеры, интересные, интригующие, хорошие спойлеры и прикольные фоточки. Также подписывайтесь на мой канал, на каналы из тех шашлыков, в которых здесь есть канал, как бы, да, они тоже есть в описании. Также подписывайтесь на мой контакт. Ставьте лайки, всем удачи, всем пока-пока.